И всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем играть в Оверлорда. Ну что же, у нас новая госпожа, у нас новая башня. И мы становимся все более злыми. Какой у нас классный зал, черт возьми. Итак, и, кстати, ребят, хотел бы сразу сообщить. Скорее всего, сегодня, 24 февраля, у нас не будет Скайрима, потому что я не успел записать. Я это пишу именно перед работой. То есть вчера вечером я все-таки решил отдохнуть. Я вообще думал, что сегодня может быть и впрямь отдохнуть, ничего не записывать, но ладно, надо все-таки писать, надо писать. Но Skyrim боюсь, что не будет. Ладно, какие у нас задания остались? Рок Ордена Немых. Хорошо бы найти плавильню в подгороде. С этим бы я согласен. Давайте, наверное, прогуляемся в подгород тогда. Слепые холмы. Золотые холмы, проход. Ну что ж, небесный обитель. А потом надо будет искать, где же у нас чертовы немые находятся. Кстати говоря, у нас как-то, по идее, должны были усилить красных и синих. Так уж что-то я не знаю. Не вижу этого. Зеленые! Мочи овец! А, сколько же душ! 209 душ для серых. Ну что, крестьянчики, теперь знаете, кто тут хозяин? Я слышал, что болезнь отступает. И благодаря кому, спрашивается, она отступает. Так, насколько я понимаю, у нас вход в подгород только один. Говорят, вы очистили бедный квартал. Мы у вас в долгу, господин. У, еще каком. Спасибо, господин, спасибо. Так гоните бабло. Новых вспышек болезни нет. Хвала богам. Ладно, пойдемте в подгород. У нас уже тут ведь зомби обитают. Мне бы найти способ к макарам под городе. Стоп, туда мы не ходили, получается? Красные! Ну окей, что-то я просто этого прохода не помню. Я же помню просто. Под город 2. Окей. Значит, плавильня должна быть где-то тут. Жалко, миньонам нельзя давать там огненное оружие и тому подобное. Это
Так, народ, не зарывайтесь, тут тонкие опасные места. Оп. Один все-таки решил со мной побегать. Так, там никому, в общем, больше оружия-то не нужно. А, сколько зомби-то. Ну куда вы, зомби, против моей огненной булавы-то? Так вот, вообще-то он на части разносит. Ох, не. Ко мне, народ. Что у нас тут? А, бурх можно вызывать. Такие грибы. Они все-таки ведь там что-то находят, что-то, что могут носить. Красные, бурые, зеленые. Синие. Зеленые. Главное зажать их в одном месте. Да главное вообще зажать противника в узком месте и перебить его. Ко мне, народ. Все. Так, оружие вроде уже никому не нужно. Но все вооружены, все в броне, все в масках. Ну ладно, одного красного мы, конечно, потеряли. Нет, синий, ну что ты делаешь? Блин, ну я получается, всех синих потерял. Твои налево. Идиоты несчастные. Синие! Ну да. Горе! Горе! Все! Ах, идиоты, идиоты. Ну, а в любом случае, все эти души можно нафармить. Так, ломай грибы. Надо, только не особо далеко убегайте. Кто знает, что там может быть. Угу. Там вас уже кто-то ждет.
Кажется, тот зомби, что в центре, накушался полководческих мозгов и теперь командует остальными. Ну, это уж точно. Так, народ, посторонись. Уже не командует. Вот так оверлорды справляются с зомби-апокалипсисом, ребят. Что, где-то еще зомби есть? Так, оружие никому больше не нужен, точно? Все же вооруженные. Так, хилку мне, пожалуйста. А кто-нибудь ману, может, принесет? Бля, она охрененно, конечно, вылетела там. Синие! Крылёные! Синие! Хозяин барин! Значит, у них зомби-командиры появились. Окей, надо это иметь в виду. То есть они, получается, нас каждый раз рождают зомби. Там понаходили. А, то есть у них железная теперь броня. В таких масках все. Анонимусы. А, ну ладно, синих пока что я не вижу, так что призовем еще немного. Для нашей орды. Их надо теперь вооружать будет. А тут мы, кстати, уже были. Тут у нас проход. Думаю, обратно. Новые красивые доспехи вам понравятся, господин. Поэтому нужно найти украденную у нас плавильню. С этим я согласен. Давайте вначале откроем все-таки проход. Ага. Ну а вот сам плавильный, там у нас два таких урода стоят. Как я и подозревал, повелитель, это плавильня мощи. Нужно скорее ее вернуть в башню. Да что я делаю, господи. А, намек на то, что так просто так типа кто-нибудь пройти. Окей, народ, отступай. И мочи. Конечно, проще было вообще забрать просто-напросто плавильню и уйти отсюда. Мы так и сделаем.
угрожаю вам. Ну пошли отсюда, народ. Оставим зомби одних. Ну что, вы там идете или как? Плавильня мощи. Кажется, мне предстоит много-много фармить душ. Еще самых разных. Ну и куда вы их вынесете? На вон портал. Вы заполучили плавильню, повелитель. Куйте железо, пока горячо. Пока горячо, да-да-да. Плавильня мощи, господин. В ней куется очень прочный металл. Он защитит свиту от гибели. Зайдите свиту? В ку... То есть мы теперь можем ковать доспехи для наших миньонов? Ну-ка. Прочный. 4000 стоит. 4500. Да. Денег уже не хватает. Там и булава висит, та, которая в сорок бегают в начальную игру. Ну-ка, а тут у нас не появились ли новые обновления, получается, на миньонов? Эх, золота мало, надо будет наведаться к наверх-гномам, что ли. Может, у них, может быть, еще отнимать. Дорожки с черного мрамора. Эх, нету. Не, конечно, местечко явно, причем чуть сильно переобразилось. Ну что ж, окей. Небесный обитель, пойдемте разграбим монастырь. Я слышал, что болезнь отступает. 4000 на доспех и 4500 на шлем. Не, ну конечно, если устроить там геноцид и тому подобное, то мы спокойно все это найдем. Теперь, когда болезнь отступила, паладин сыграет свадьбу? Паладин уже никогда не сыграет свадьбу. А то мне нельзя сломать. Ой, да откройте вы чертов ящик. А, у нас же это какого? Нет тех, которым их призывали потом. Серых, я имею в виду, чтобы они подняли броню. Что, зомби больше нету? Зомби больше вставать не будут? Это они не разломают, что ли? Ну да. Значит, нельзя. Такс. А где же у нас там был проход в монастырь? Я вот как-то вот находил его. Но я не помню, где находил. Ну, если так подумать, логически, то он где-то должен быть
в самом начале, где мы, в общем-то, ну, то есть, начинаем мы в небесной обители. То, что же рядом и мост, получается, есть, который был у нас поднят. Хотя, ребят, знаете, черт его знает. Черт его знает. А, там у нас просто вход. А, вот оно, по-моему, место. Да. Пустите нас! Пустите! Мы ваши заблудшие овцы! Овцы! Овечки! Где тут овечки? Дайте нам убежище. Какие морды. Накормите нас. Вы не мои демоны, а не священники. Мы умрем здесь. Баррикады вас не спасут. Рано или поздно их сметут. Когда-то им все же придется выйти. Конечно. Мы будем их ждать. На пока, народ. Убивай людей. Нужно что-то сделать. Убивайте их, черт возьми. Что, никто не хочет начать драку? Все боятся? Но... Так идем же! Так идем же! Красные! Так идем же! Красный напился. Гори, гори! Хозяин барин! Да с дороги! Я еще немного потерплю. Ну, атаку! Так, там у нас есть священники, да? Я надеюсь, мой свиту все не прибьют там. Да блин. С этими респаунами они сейчас меня задолбают пить просто. Так, мне нужно трое. Я подзабыл грамматику мычания, но общий смысл таков. Мы сдаемся, не убивайте нас. Или он просто спрашивает путь до ближайшего торговца бананами? Нет, думаю, все же сдается. Перевод. Кажется, они выбрали вас своим новым богом, повелитель. Да какого черта они нас продолжают обстреливать? О, то есть у нас задания-то больше нету? Но все равно убить их! Чё-то они постоянно будут воскрешать его. Что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Еще священники. Блин, квестов-то становится все меньше и меньше, ребят. Красные! Все! Обыскной мост. Интересно, куда он ведет. Золото!
ладно, я думаю, тебя они без проблем дотащат. Хотя... Хрен его знает. Хрен его знает. Путь куда-то. А, ну, портал у нас тут рядом, да. Можем сделать нам доспех новый. Либо булаву, либо еще что-нибудь. Тут у нас выход куда? К болотам, получается. Да, похоже на то. Ну да, кажется, мы тут были, да, кладбище. Там мы уже были. Окей, какие у нас задания еще, получается, остались? Что? Убить сэра Вильяма? Мы же его убивали. Или же там то был не сэр Вильям, а был чертов маг, который его подвинул на тот путь. Вроде бы нет. А где-то сэра Вильяма искать, черт возьми. Так, надо переселить в башню и посмотреть, что у нас... По-нормальному посмотреть, что у нас за квесты остались. Башню. Ну да, конечно, задание. Почему это постоянно тут висит? Золотые холмы. Причем еще в золотых холмах он, получается, висит. А точно, как же у нас там пройти тогда к тем дверям? Где король гномов был? А, кажется, я вспоминаю. Получил назад свои... Да! Проход в пивоварню открыт. Ну, пойдемте-ка посмотрим, что мы можем себе заковать из нового металла. Извини, сейчас... Секундочку, ребят. Секундочку. Такие демоны. Мышка. Может, все-таки булаву сделать? Ну-ка, 300. А там было 175. Доспех прочный. Тут 575, а там на столе 300. Шлем 1150. Миньонов надо. Хотя нет, знаете, давайте не будем тратить пока что на это время. Я пройду именно за кадром. Закую себе новые доспехи. Наверное. То, что была, мне пока что устраивает. А пока мы с вами, ребят, наведаемся на пивоварню.
Что-то гномов не видно. Такая тишина. Это центр пивоварения гномов. Вокруг пенистого напитка построена вся экономика их империи. Нужно найти пивной коктейл. На ковровую дорожку и экскурсию можно не рассчитывать. Ну что же, пойдемте. Пивоварня уходит в толщу горы. Должно быть крепость Голда с другой стороны. Пахнет пивом. Народ, стойте тут, я сам с ними разберусь. Пока они еще к тому же развернутся. Мочи гномов! Набухались. Гномы живут только в норах под землей, чтобы дождь не попадал в них. Судя по трубам, запасы у них не нравятся. Оп, выключили этот какого? Включили рубильник. Господин, это спица. Видно от того колеса, что мы видели у входа. Да? Мы там какое-то колесо видели у входа? А я его не заметил как-то. Ну окей, народ, хватай его. Думаю, гномы идут. Нет, стоять! Они сейчас напьются. Гори, гори. Так, синие. Синие! Буре! А вы меня там воскресили? А, значит, их просто убили полностью. Сеть гномов! Я опять случайно что-то включил. Так, народ, отступаем. Дьявол, еще одного снесло. Другого просто просто разорвало. Да, снайперы чертовы. Ладно. Я знал, что отправлю его на смерть. У нас не пробивается. Не так ли? Ну да. Мочи гномов! Гори,
Блин, одного потерял. А синих у меня опять-таки нету. Комната, и у каждого, главное, стоит по два бочонка с пивом. Ну, давайте, ломайте чертовы баррикады и пошли вперед. Ничего нету. Если вас тут поставить, все равно не отстреливайте. А что у нас тут? Я, конечно, дивил то, что там есть рычаг, который можно дернуть, но это чуть попозже. Просто заместили этого взрывника. На самом деле, главное к домам не давать пить и все. Получается, они даже проблем никаких не представляют. Никому нормальное оружие не нужно. Замесили. Еще гномы выбежали. Так, ладно, призовем к себе побольше серых. И мочи лучника ихнего. Ух ты ж, кого-то развалили за несколько ударов. Ни хрена себе, там народу развалили у меня. И они вроде даже не пьяны ведь были. Так, то они отодвинули. У нас выход. Ты
Видимо, на подъемнике можно спуститься на нижние ярусы, где стоят пивные чаши. Но туда-то мы пока что не пойдем ведь. Пиво, драки, пиво, драки. От гномов толку не будет. Заставь этих крикет съесть собственные дырки. Ко мне. Еще бочки я вижу. Так, пока народ пьян в атаку на этого. Оу, что-то новенькое. Новое заклинание щита. Гениально, хозяин! Заклятие щита! Адский щит. Вот это мощь. Оглушает, обжигает и рушит все, что не попадет. Я знаю, вам нравится такая тактика, господин. Прикольно выглядит. Осторожнее с ним. Адский щит не разбирает, кто враг, а кто друг. Оу, окей, буду иметь в виду. Это получается уже для одиночных рейдов. Ну-ка, народ, разбирай золото. Давайте, давайте, бегите, народ, бегите. Во-первых, золото валяется, а во-вторых, ящик. Ну и ко мне. Итого 8000. Уже можем себе заковать даже новую булаву и новый доспех. И что же, будем давайте отправимся в башню. Как я сказал, я, наверное, все это сделаю за кадром. Ну а пока, ребят, на подъемнике спуститься мы уже успеем в следующей серии. Ну а наш нынешний будем закруглять. Так что, ребят, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Ну а пока, ребят, всем пока, до новых серий и до новых врывов.